Ой, мои родные, продолжаю паловать на мой накал, Мадзе Макси Сэтс. Поздравляю всех с Хэллоуином! Короче говоря, это Hello Neighbor, и мы будем показывать сегодня мод. Будем сегодня смотреть, точнее, мод, который добавляет нам фильтр, как в Hello Bendy. Короче говоря, выходило. А куда исчез тестовый уровень-то? А, вот он. Он почему-то сюда переместился. Он раньше был в конце изначально. Короче говоря, сегодня мы будем смотреть модификацию. Выходила в 2017 году до релиза игры бета 3 с специальным таким фильтром, как в игре The Bandit The Eat Machine. И мы такую версию с вами тоже смотрели. Но это была бета 3. Но фанаты сделали мод, который добавляет весь этот фильтр и соседы с маской Бенди в полную игру. И давайте на него взглянем. После того, как мы его загрузили в Steam, мы должны выбрать сосед БП, сосед Бенди, и нажать кнопку «Хотите начать игру с модификациями?». Ждем, когда пройдет загрузочка. Да, к сожалению, никакого прикида на мне сегодня нету, потому что у меня нету, к сожалению, его. Так, ну я тут просто пробовал, поэтому заставки никакой нет. Чтобы ее запустить, давайте выберем акт. Вот так вот. Посмотрим на все в этом стиле. Работает. Отлично. И как раз таки вот та бета третья с Hello Bendy вот этим стилем вышла как раз таки под Хэллоуин. К Хэллоуину. Как бы поздравление с Хэллоуином. Вообще я хотел, кстати, снять Game Miner 2 игру, которую очень-очень давно проходил и что-то потом забил. Поднадоело что-то. И снять... И там были хэллоуинские задания. Был раздел по праздникам. Рождество, Пасха и Хэллоуин. И на третье задание начал выполнять. Там надо было найти три какие-то штучки скорпиона. Начал. Нашел только две. Третью найти не смог. Всю подземку обыскал, не нашел. И в итоге, короче, надоело. Я остановился. Так, это катсценная модель соседа. На нем маски нету. Как видите, вначале я там выбирал еще в меню. Там был Hello Bendy тест. Там, короче, был тестовый уровень, который там просто маленькая такая, малюсенькая поляночка и сосед. А вот и маска появилась у соседа. Короче, то же самое все, что было в том же Hello это Bendy, но именно полной версии, именно в полной версии. Это прекрасный мод. И давайте проверять его. Как тут все выглядит, все ли правильно тут работает. Мы не будем, конечно, все это проходить, мы будем пользоваться чит-кодами. Но, наверное, первый акт можно будет пройти и без чит-кодов. Он самый-самый-самый-самый-самый легкий. Давайте посмотрим, как выглядит наш дом. Решил снять то, что как раз таки больше смотрят. Hello Bendy вот это вот. Мод реально интересный, выглядит очень-очень круто. Ну, кроме того, что здесь такой фильтр и сосед с маской Бенди и музыкой оттуда же. Больше никаких изменений здесь нет. Нам нужно... Также проходим по стандартному методу. Напоминаю, что чтобы установить мод этот, вам нужна купленная в Steam игра. Может быть через мод кит как-то можно это все поставить, но я не знаю.
С этим у меня никогда не получалось возиться. Там возни много. А здесь купил в стиме, загрузил, и работает все. Четыре звезды у этого мода, хотя, в принципе, он мне уже вполне нравится. Во всяком случае, больше ничего тут и не требовалось. О, а вот и наша соседушка. Да блин. Так, он делает зарядку, так что побежали, пока он нас не видит. Достанем эту отмычку. Хотя, может быть, мы ее отсюда, да, достанем. Ну-ка, давайте попробуем. И... нет, не притягивается. Ну-ка, а если еще раз? Ну-ка. Не, не достает. А если я буду вот так вот боком прыгать? Нет, тоже не достает. Надо, видимо, больше времени. Не, надо из коробок сложить пирамиду, блин. Так, не получается достать. Без нее. Без коробок. О, я лом притянул. Смотрите-ка, подождите, он упал. Давайте запрыгнем на коробки и посмотрим. А, угу. Четыре ящика нам вовсе не обязательно. Ну, ломик нам абсолютно не пригодится. А-а-а, вот невезуха, а? Получилось. Заснул, походу. Ну и ладно. Давайте проверим. Да, он заснул. Будет интересно посмотреть на подвал, конечно же. Да, небо прям такое. Здесь в первом акте только одно время суток. Нам надо и на другие тоже посмотреть. Обязательно. Поэтому мы проходим по-быстренькому первый акт, чтобы сделать это. Все, ключ мы раздобыли. Блин, я что-то аж испугался. Слушайте, а вот что нам еще надо посмотреть. Пусть он несколько раз нас поймает, нам надо посмотреть эти страхи. Тут два страха, хотя бы один из них надо посмотреть. До второго страха слишком долго. Лови, лови, лови. Я хочу посмотреть на страхи. Еще лови давай, это мне мало еще. Таш, сколько еще надо ловить-то? Не время мыться, давай. А сколько он должен нас поймать-то, чтобы это сработало? Вот это десантник он, конечно. Да сколько можно-то уже? Вот вечно оно выпадает, когда надо. Оно не выпадает, когда надо, и выпадает, когда не надо. Закон подлости такой вот. Ах, да, сосед же не реагирует на телек. Я забыл. Так, ладно, последний раз. Если не сработает, то ну и нафиг тогда. А он уже собирался открыть дверь потом. Ай, ну и фиг с ним, короче. Фиг, ну, пофигу на эти страхи. Давайте уже в подвал пойдем. Только зря время тратим. Если хотите посмотреть сами, то купите игру в стиме и загрузите этот мод. Как загружать моды, я уже показывал. В видео. В одном. Так, это у нас подвальчик. Я знаю прекрасно, как все проходится.
Он сразу две аж вышиб. Выключи телевизор. Правильно, поклонись, поклонись. Поклонись, поклонись, правильно. Подвал тоже, в принципе, проходится достаточно легко, если, ну, если научиться, если все правильно делать, проходить. Во-во-во-во, тихо-тихо-тихо. С фильтром с этим реально выглядит очень-очень круто, но этот сосед без маски уже. Потому что этот сосед не тот, не та игровая моделька, а это по скрипту уже идет. Ладно, давайте смотреть, как выглядит второй акт. Прежде чем мы выберемся из подвала, я включу ГОСТ и открою вам страшный секрет игры. В игре не 4, а 5 времен суток. И сейчас я вам покажу этот пятый. Пятое время суток. Поднимаемся вот наверх. И вот... Вроде бы можно сказать, что это ночь, но на самом деле небо, в небе вообще нет текстуры, оно просто пустое. Если выключить этот фильтр, то да будет примерно то же самое. И короче, если туда придет, там уже будет сосед, можно будет даже не выбираясь из подвала, открыть дверь и пройти. Ну давайте вернемся в подвал и по-честному все сделаем, нам надо же активировать. А я, кстати, я не помню, если сосед нас вот в этом времени суток поймает, он... Там ничего, короче, нет. Если сосед нас в этом времени суток поймает, он... Время суток сменится или этим же останется? Вот не знаю. Но давайте на всякий случай лучше выберемся так через подвал. Блин, подвал, конечно, у него классный. Давайте волк теперь напишем. Так, это просто день, который мы уже видели. Но нам надо попасться на глаза соседу и посмотреть на другие времена суток. Так, это какое-то другое время суток. Это, скорее всего, это, наверное, закат какой-нибудь. Скорее всего, это закат. Потому что далее должна быть ночь. Тут вроде бы они по кругу идут. Времена суток. Сейчас будет ночь, я так понимаю. Да, это ночь, только она какая-то не очень-то темная. В эти три, по-моему, она была немного темнее. Ну-ка, давайте полетаем, посмотрим. Г-хост. Давайте полетаем и поглядим на эту ночь.
Ну, да, ночь не такая уж и темная, как бы звезды есть, но небо все равно таким же желтым остается. Я бы даже сказал, оно светлее, чем обычная ночь в игре, потому что, по крайней мере, видно, по крайней мере, я все вижу. Кроме того, мы в конце этого видео протестируем этот фильтр с другими модами. Вот что я вам предлагаю. Я только сейчас эта идея в голову пришла. Проверим, работает это или нет. Но давайте сначала сразу достанем тут красный ключ. Не будем осматривать все это до конца. Не будем терять время зря. Давайте так. Валк пишем. Давайте еще посмотрим, как рассвет выглядит. А, еще надо кое-какой секрет вам показать. Так, ну вот, рассвет. В принципе, он не особо-то отличается от дня и заката. Хочу показать вам еще одну интересную фичу. Дверь в подвал, она как бы есть, но она закрыта диваном. Но если пройти мимо нее и активировать волк, пойдет загрузка. Акт 1 Basement Test. И нифигашеньки здесь у нас не будет. Дальше у нас игра просто виснет, и нам приходится ее перезапускать. Ну давайте-ка, что мы с вами сейчас и сделаем. Чик-чик. Короче, ребята, это все намного сложнее оказалось. В том месте, вот когда мы в этот подвал тестовый, так называемый, зашли, игра намертво повисла. Мне пришлось комп перезагружать. Никак по-другому было нельзя. Ну ладно, давайте снова достанем этот самый ключ. Фух, слава богу. Короче, ребята, это все оказалось немного труднее, чем я думал. На том моменте, где вот мы вошли в этот самый подвал, игра намертво повисла, и мне пришлось перезагружать компьютер. Потому что по-другому было вообще не закрыть игру вообще. Ладно, давайте завершим акт второй и... Ой, а чё это зеленым все стало? А почему таким зеленоватым-то все стало? Что-то немного сдох наш стиль. Ну ладно, короче, давайте смотреть, нормально ли у нас будет все с третьим актом. Будем надеяться, что все будет нормально. О, а вообще стиль пропал. Давайте-ка вот что сделаем. Проверим, что у нас там в модификациях, все ли включено. Давайте нажмем продолжить и нажмем игру начать с модификациями. Не, все равно. Ну ладно, давайте, может быть. Ладно, давайте подождем, приедем потом домой к этому, там, где сосед будет. Может, там все заработает нормально. Уже вижу, что мод недоработан немного до конца. Вот здесь стиля нет. Почему до этого? Так, ждем, когда письмо прилетит. Куда же стиль-то пропал? Вот интересно, куда же он пропал-то? Как он мог исчезнуть? Все же было так хорошо. Давайте пропустим эту катсцену, короче. Смотрим, что у нас будет здесь. Пропускаем.
пропускаем эту катсцену тоже, ничего, опять этого стиля здесь нет. Может быть, хотя бы тут будет стиль. Ну куда же он делся-то, ё-моё? Куда мог деться стиль? Может быть, надо выключить и снова включить этот мод? Сейчас, если не будет стиля, то попробуем. Фильтры это. И у меня уже есть подозрение, что этот мод не будет работать с другими модами. Но мы на всякий случай все равно проверим. О, есть. Недоработан, не во всех местах он есть. В более главных местах, так сказать, этот стиль есть. А в других почему-то нет. Ладно, давайте ГОСТ получим. Получим необходимые нам способности. Нам надо получить способность супермаркета. Кстати, подождите. А, нет, ну ночь такая же осталась, как я думал, что-то не совсем. Ну-ка. Walk. Есть ли здесь стиль? Что-то я не уверен, но давайте проверим. Да, его здесь нет. Я так и думал, на самом деле. Да, я почти уверен, что с другими модами не будет этот стиль работать. У меня такое ощущение, что этот стиль работает в тех местах, где есть сосед. Если эта теория подтверждается, то с другими модами он должен работать. Короче, неважно, не будем обсуждать, мы проверим просто и все. Просто проверим и все. Тогда будет ясно все. Так, получили одну из способностей. Кладовку, наверное, нам нет смысла проверять. Вот нам... О, получено достижение. Так. Гхост. Нам надо школу еще проверить. Вот способность школы нам получить надо обязательно. Без нее подвал у нас вообще не получится пройти. Там по скрипту оно идет. Валк. Да, и здесь нету никаких. Фильтров. Поэтому просто оббегаем эту чертову школу. С читкодом по-быстрому. Волк. Еще одно достижение мы получили. И пора идти наконец-то в подвал.
Да, мы, конечно, не получили способность прыжка, но мы через гос пролетим туда. В подвале вообще нету стиля. Похоже, стиль есть только в тех местах, где есть сосед. Вот это, скорее всего, доказывает отсутствие стиля в этих местах. И на уровне с боссом, наверное, его тоже не будет, потому что соседа, игровой модельки соседа там нету. Хотя в Hello Bendy, в той бете, которая выходила в 2017 году, там все было. Там все было. Даже в всех местах, где нет игровой сетки, был этот стиль. Мод, очевидно, не доработан. Как можно было промазать? Как можно было тут промазать? Ой, я неправильно ввел команду. Идет загрузка, и скорее всего босс будет тоже без... Да, хотя в той бете, где Hello Bendy выходил от официальных разработчиков, там было все. Ну ничего, заодно сейчас увидим снаружи, как сосед прошибет эту хату. На нем, кстати, нету дома этого. Он только сейчас заспаунился. Просто подлетаем и нажимаем на дверь. Ничего сложного. Блин, знаете, что мне кажется? Сейчас посмотрим. Нам нет смысла дальше смотреть сюжетный режим, потому что игровая модель соседа больше не появляется в игре, а тут. Давайте проверим его с другими модами. Короче говоря, ребята, я проверил эту фишку с другими модами, и... Вы, наверное, поняли даже, почему вы это сейчас не увидели. Потому что, да, это не работает ни с другими модами. Ни с каким модом это не сработало. Ну, короче говоря, я поставлю этому моду плюс-минус. Потому что он недоработанный. Он как бы есть, но не во всех местах. Ну что ж, на этом все. Еще раз всех с Хэллоуином. С вас лайк, подписывайтесь, с меня и пишите видос. Подписывайтесь на мой стримский канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.